28 сентября по 1 октября выставочный центр «Крокус Экспо» погрузился научными в стоматологии, преобразившись в международную выставку «Dental Expo 2015», в которой приняли участие более 500 компаний и 1000 брендов. «Мегастом» в очередной раз стал ее почетным участником, представив новинки в области стоматологии и зубопротезирования. «Мегастом» уже много лет является эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании «Бего» и дилером других европейских компаний. На выставке были представлены новейшие немецкие имплантаты Bego Simados RS RSX в комплекте с хирургическим набором Bego Simados RS RSX Line. В чем же их уникальность? Переключаемая платформа в двух вариантах обработки шейки имплантата RS с машинной и RSX с пескоструйной способствует созданию анатомической формы десны, что влияет на эстетику коронки на имплантате, сокращает атрофию костной ткани и способствует оптимальной интеграции мягких тканей в области шейки имплантата. Бионический дизайн запатентованной микрорезьбы у шейки имплантата снижает нагрузку на кортикальную кость до 50%, повышает первичную стабильность и увеличивает площадь поверхности для приживления имплантата, а также уменьшение количества режущих инструментов в хирургическом наборе RS RSX Line сокращает количество сверлений. Специалисты «Мегастом» рассказали о новинках стоматологического оборудования. У них можно было проконсультироваться по волнующим вопросам стоматологии и продукции «Мегастом». Впервые в России был представлен уникальный швейцарский семиосный станок CAD/CAM. В мире такие станки сейчас есть только в России и Германии. CAD/CAM-центр оснащен швейцарским высокоточным семиосным станком, полный автомат для изготовления индивидуальных абатментов из титановых прутков, и пятиосным немецким станком, полный автомат для изготовления коронок из диоксида циркония, на которых происходит одновременное 3D-моделирование индивидуальных абатментов и анатомических коронок, а затем их одновременное изготовление. То есть на одном станке вытачивается индивидуальный абатмент, а на другом в то же время коронка. В октябре 2015 года проведена инсталляция швейцарского станка под ведущие имплантационные системы Nobel Replace, Straumann, AstroTech, Excite. Таким образом, в CAD/CAM-центре можно изготовить индивидуальные абатменты не только для имплантационной системы Bego Simados, но и для Nobel Replace, Straumann, AstroTech, Excite. Станки полностью автоматические, поэтому исключены ошибки человеческого фактора. Поведение форм и прикусов коронок абсолютно любой сложности. Изготовленные в CAD/CAM-центре индивидуальные абатменты и коронки обладают наивысшим качеством. Точность посадки абатмента на имплантат составляет 10 микрон и смоделированная поверхность, поэтому повторно сканировать детали не требуется. Мы сегодня представляем технологию, которая является не просто новейшей, а лучшей в мире. Но наша технология отличается чем? Что фактически машину заменяет 80% труда ручного труда человека. И точность прецизионность работы допускается до 0,01 мм, что очень важно в медицине. На сегодняшний день эта технология есть только в Германии и только в России. Работы изготавливаются параллельно. То есть все делается имплантатами, одним вот станком, швейцарским станком, а второй коронки на него делаются немецким станком параллельно, то есть в одно и то же время. Мало того, что прецизионность создает, то есть очень точные посадки и очень качественную работу, но и ускоряет процессы изготовления, то есть процесс изготовления занимает не больше двух недель. Наши практикующие врачи и зубные техники провели интересные познавательные лекции по наиболее острым вопросам стоматологии и разобрали клинические случаи в практике. Наша цель в современной имплантации не просто установить имплантат, а установить его правильно, под будущую правильно расположенную коронку и с правильным расположением.